Игорь, поздравляем с подписанием, твои эмоции. Спасибо, очень рад вернуться обратно в Гомель. Всегда нравились тут болельщики, как команду принимают, всегда поддерживают. Вот эта атмосфера никогда не забывал. 2 года меня не было, никогда не забывал эту атмосферу. Очень рад вернуться. Как возник вариант с нашей командой? Позвонил спортивный директор перед Новым годом, спросил, есть ли желание, хочу, не хочу. Ну, пообщался с семьей, с родными, решили, что будет неплохо вернуться в Гомель. Все-таки красивый город, он жене мне нравился, поэтому решили вернуться. Конечно, добивался поставленных задач, которые нам поставит руководство клуба, побеждать в каждом матче. Это и радовать болельщиков, только так. Благодаря им ты выходишь заряженный, а здесь, говорю, здесь атмосфера просто бомба. Будем стараться радовать болельщиков и побеждать в каждом матче.